Перед вами Ё-мобиль. Мы много про него рассказывали. Это технология, которая выполнена российскими изобретателями и инженерами, которая позволяет делать универсальным автомобиль. В данном случае это электромобиль. Он сертифицирован по российским стандартам, может спокойно бегать по дорогам. Здесь есть специальная система, которая пока не имеет аналога в мире. Это отопление салона жидким топливом. К сожалению, я до сих пор не знаю, что означает буква Ё. И, может быть, это просто как бы часть алфавита нашего. Это часть русской культуры. Да. В любом случае, огромное спасибо. Я не ожидал, я не знал. Это первый раз в жизни. Мне дарили рубашки, там, костюмы, часы. Но машину, и такую, которой нет ни у кого в мире, еще раз огромное спасибо, Михаил Дмитриевич. Будем дружить. Конечно. У вас другая партия, у вас другое направление, но мы одна страна. Как он скромно написал, Михаил Дмитриевич просто гражданин России. Мы все. Это единственное, что нас всех объединяет. И я всем желаю получать вот такие прекрасные подарки. Я своего подарка ждал 70 лет. У меня еще будет 70-летие. Я не хочу, Михаил Дмитриевич, навязываться, но если через полтора года, 25 апреля 2016 года, я еще что-нибудь подобное получу, может быть, прицеп к нему, чтобы ездить на дачу.